Глобализация экономик – необратимый процесс мирового развития. Расстояние между странами неумолимо сокращается, и огромную роль в этом играет развитие транспорта и коммуникаций. Важность европейских транспортных коридоров трудно переоценить. На сегодня созрела необходимость повышения эффективности транспортных связей между Европой и Юго-Восточной Азией. Причинами для этого являются загруженность морских портов и вовлечение большого количества азиатских стран в торгово-экономические связи континента. Казахстан имеет все шансы занять значимое место на рынке трансконтинентальных перевозок. Развитие транзита, в свою очередь, будет способствовать росту производства и занятости населения, прилегающих к коммуникациям регионов. Реформирование железнодорожной отрасли предусматривает совершенствование государственного регулирования, создание условий для частной инициативы, а также значительное обновление и модернизацию основных средств. Казахстанское предприятие «Проммашкомплект» с 2005 года является крупнейшим официальным поставщиком железнодорожных стрелочных переводов, рельс, вагонных колес и запчастей на территории Казахстана и Центральной Азии. Компания взяла на себя обязательства по уменьшению объемов импортируемых материалов верхнего строения пути и организовала собственное производство. Наша фирма ТО «Промашкомплект» в данное время занимается осуществлением беспрецедентного для Казахстана проекта, первого в Казахстане, единственного в Казахстане завода по выпуску стрелочной продукции и обработке железнодорожных колес. Годовая проектная мощность завода при двухсменной пятидневной рабочей неделе составляет 1000 стрелочных переводов, 3000 ремкомплектов и 1000 крестовин. И 32 тысячи штук колес. Выкупив заброшенное здание бывшего экибастузского ремонтно-механического завода и заключив договор с европейскими проектировщиками, имеющими уникальный опыт создания предприятий по выпуску стрелочных переводов, специалисты «Проммашкомплект» запустили строительство уникального объекта. Главный корпус стрелочного завода и завода по выпуску колес габаритные размеры 176 на 144, всего 6 пролетов, из них 5 пролетов это именно завод по выпуску стрелочной продукции и 6 пролет по колесам для вагонов. Также за моей спиной строится это склад открытой готовой продукции. Мы уже установлены 7 колонн, их всего будет 14, это будет эстакада для мостового крана 18-метрового, грузоподъемность 32 тонны. Общий тоннаж этого крана 150 тонн. Строительство предприятия началось в 2011 году и шло форсированными темпами. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 95% объектов, в том числе административно-бытовой корпус, главный корпус, где находится цех стрелочной продукции, колесный цех и хозяйственное помещение транспортного цеха. Уникальность нашего предприятия состоит в том, что на территории Казахстана до настоящего времени не было ни одного завода по изготовлению стрелочных переводов и обработке железнодорожных колес. Благодаря внедрению «Проммашкомплектом» гибкого автоматизированного производства влияние человеческого фактора сведено к минимуму. Стрелочный цех оснащен уникальным оборудованием от производителей из Украины, России, Белоруссии, Швейцарии и Италии специально под планировку цеха. Это оборудование рассчитано на обработку как раз-таки изделий, предназначенных для изготовления скоростных стрелочных переводов, в частности высоколегированных хромистых сталей. То есть изначально задание ставилось так, чтобы мы могли здесь делать детали, используемые для высокоскоростных стрелочных переводов. В стрелочном цехе предприятия представлены следующие линии производства и обработки стрелочных переводов. Порезка и сверловка длинномерных деталей, сверловка и обработка острякового проката, сверловка и резка контррельсов и деталей для рельсового проката, правка гибко острякового рельсового проката. Задача последней линии заключается в следующем. Просканировать изгиб
значит, пометить точки перегиба и потом пошагово загружать ее в пресс, где будет осуществляться гибка и правка. Линия механической обработки колесного цеха, поставленная компаниями из Чехии, Германии, России и Словакии, работает в автоматическом режиме по заданной программе с минимальным участием операторов. После механической обработки колеса проходят этап дроби упрочнения диска. Оборудование колесного цеха позволяет выпускать продукцию различного диаметра, тем самым удовлетворяя многочисленные потребности международных покупателей. Идея строительства колесного производства родилась в 2010 году. В 2013 году мы уже закончили полностью строительство, получили сертификаты и запустили производство. В этом году мы выпускаем 39 тысяч колес, которые мы поставляем на нашу железную дорогу КТЖ, плюс страны Центральной Азии, Индия, Китай. В 2013 году объем производства составит 39 тысяч колес. В 2014 он вырастет до 70 тысяч колес в год. На линии полнопрофильной обработки железнодорожных колес сейчас производится монтаж четвертого станка механобработки, который позволит увеличить мощность производства. Контроль качества при производстве колес обеспечивает автоматизированная линия неразрушающего контроля, представляющая собой единый уникальный комплекс автономных устройств. Внутренние и внешние дефекты выявляются с помощью ультразвукового и магнитно-порошкового контроля, замера твердости колеса и геометрических параметров. В итоге продукт проходит проверку отдела технического контроля, а также контроль сертификации. Введение в действие сталелитейного цеха, цеха колесных пар и корпуса по производству железобетонного бруса позволит предприятию в перспективе взять весь производственный цикл на себя. Сегодня можно рассказать о нашем заводе в плане достижения 8 месяцев. Мы выполнили производительность от мощности всего завода по производству стрелочных переводов на 75%, по крестовине на 104%, по ремкомплектам на 82%. По колесам мы выполнили 75%. Это на 8,5 миллиардов тенге из готовой продукции. Завод развивается, и за эти 8 месяцев работы уже применены новые технологии поправки остряка, поправки контррельсов и поправки крестовин. Уникальность всего предприятия высоко оценил премьер-министр Казахстана Серик Ахметов во время своего визита на «Проммашкомплект». В планах государства строительство новых железнодорожных путей, в том числе скоростных и трансконтинентальных, а также ремонт 14 тысяч километров действующих. И в этом самое непосредственное участие принимает «Проммашкомплект».